Ну, на самом деле, эмоции только положительные от этой игры, потому что игра была, я скажу, наверное, она была равной, как с нашей стороны, так и со стороны БКС. Ребята молодцы, нам борьбу навязали. Вот, при этом забили красиво очень первый мяч в наши ворота, но мы, благо, смогли собраться, немножко прессинговать и забить в ответ мяч. Поэтому закончили полуфинал так на положительной ноте, вышли в финал, будем к финалу готовиться, я думаю, в ближайшую неделю. Ну и надеюсь, что финал будет не менее ярким. Да, это безусловно. МШУ Сколково, ваш соперник в финале. Ожидали вообще увидеть такого соперника? Ну, я честно скажу, то, что я с ними не играл в регулярном чемпионате, да, но они как-то, может быть, с нами не собрались. Но на самом деле я буду приятно, ну, мне будет очень приятно с ними сыграть в финале. Потому что соперник достойный, я думаю, раз вышел в финал, обыграв не менее мастеровитых соперников своих. Вот, поэтому будем ждать финала. Скажите, серия пенальти – это лотерея или мастерство? Это лотерея, наверное, все-таки, конечно. Больше лотерея. Конечно. Хорошо, спасибо. Нам большое. Спасибо большое вратарю нашему, потому что из 5-3 пенальти отразить. Ну вот, да-да-да. Вот, Михаил, спасибо. Классная игра, спасибо огромное сопернику. Равная игра, до последнего было непонятно. Мы там последнюю минуту играли, мне кажется, минут 5. И, ну, я помню, прошлый раз как раз интервью дал тоже после этой игры. Мы в прошлый раз выиграли 5-1. Я сказал, что результат был не по игре, да, потому что соперник был очень хорош. И, в принципе, вот сейчас могу сказать, что игра опять же была равная, и результат по игре. Мы молодцы. И хотел бы поблагодарить за этот сезон нашего капитана Вячеслава Кима. Он в прошлом году в зимнем кубке получил травму крестов. И несмотря на то, что он не играет, соответственно, он помогает, собрал состав, все время с нами, организует. Если бы не Вячеслав Ким, мы бы не смогли показать, ну, для нашей команды просто обалденный результат. Ну, это правда. Вячеслав, пожалуйста, тогда вам тоже слово. Дополните Сергея. Ну, на самом деле сезон был интересным, сложным. И у нас есть две находки. Это наш тренер и наш вратарь. Вот это люди, которые для нас делают результат. Вот. Ну, а так в целом команда у нас стала ровной. И плюс посещаемость стала очень... Люди уже понимают, что это не футбол по воскресеньям. Приходят более ответственно. Уже в своем календаре отмечают, что пятница это, и в том числе и семьи знает. Поэтому и результат пришел. Поэтому спасибо всем нашим игрокам. И я думаю, что мы сразимся достойно в финале с Краснефтью. Ну вот смотрите, мне кажется, что, ну, сами сказали только что, что финал уже для вас весомое достижение. И мне кажется, хочется большего, да? Ну, конечно, хочется большего. Мы в целом, когда первая игра с Роснефтью была, у нас, ну, скажем так, состав был не сильнейший. В этот раз, я думаю, что соберутся все сильнейшие. Мы просто хотим себя проверить, в том числе. На... Мы знаем, что Роснефть очень хорошая команда, очень сыгранная. Мы смотрели игру Тинькофф, да. Роснефть. Это очень круто. Очень круто. Поэтому для нас это очень хорошая проверка. Мы ни в коем случае не... то есть вышли в финал и на этом руки опустили? Нет, конечно. Если мы вышли в финал, значит, мы пришли в разговор. Хорошо. Спасибо большое.